Продолжение истории успеха. Этот девиз стал традиционным для ежегодной восточноевропейской выставки моды CPM – Collection Premier Moscow. Мужская, женская и детская коллекции. Здесь можно получить полное представление о новинках сезона весна-лето 2008. CPM – платформа для диалога профессионалов фэшн-индустрии в так называемом формате B2B – ежегодных встреч и обсуждений модных тенденций предстоящего сезона. Сейчас мы обсуждаем новые проекты по организации таких выставок и в других городах России. Например, совсем скоро мы поедем в Екатеринбург и Уфу. Заявки на участие в экспозиции подали более 1300 компаний из 37 стран. По словам организаторов выставки, ее масштабы по сравнению с прошлым годом расширились. Огромный ассортимент одежды представили турецкие дизайнеры. Производители утверждают, что их страна предлагает только качественные вещи. Надо просто товар посмотреть, качество. Я своим товаром вышел на арену и своим компаниям я отвечаю на все потребования клиента. Хоть реклама, хоть качество. Страны-производители модной одежды и аксессуаров делают ставку на российский рынок, поэтому компания-организатор собирается и дальше расширять выставочные площади CPM. А презентация коллекции «Лето-осень 2008» должна пройти уже в конце февраля будущего года. Хасан Карев, Мурат Кучмезов, телекомпания ТВЕ.